Одесская мэрия продолжает подготовку к проекту «Городской бюджет 2018». Это так называемый бюджет участия, когда средства выделяются под конкретные инициативы горожан. В приоритете IT-сфера, социалка, энергосбережение. Инициативные люди могут зарегистрировать свой проект на сайте «Социально активный гражданин» и получить под него финансирование. Главное, чтобы конкурсная комиссия сочла идею инновационной. Участники конкурса могут рассчитывать на сумму от 200 тысяч до 5 миллионов гривен из городской казны. Суммы проектов от 200 тысяч до 5 миллионов, как и в прошлом году, сферы социальной направленности, то есть здравоохранение, культурная сфера, спорт, то есть проект не должен носить коммерческого характера.